Измайлов Иван, ученик 1 Б класса Чикской школы номер 6, Лидия Таганова. Стихотворение о Великой Отечественной войне. Сыны Отечества. Сыны Отечества во все века достойно стоят на страже рубежей Святой Руси, чтоб не случились разрушительные войны, и чтобы ворог не посмел бедой грозить. Не запятнает честь и совесть русский воин. На смертный бой не за награды он идет. Солдат России из добра и стали скроен. И знают все, что в трудный час не подведет. В большой стране почет защитникам и слава. За мирный сон детей и счастье на года. За ними весь народ, великая держава. И будет так сегодня, завтра и всегда.